Доброе утро, ребята! Сегодня мы с вами повторим число 18. Что же за умное такое число 18? А это число состоит из цифрочек 1 и 8. На этом листке бумаги мы с вами посчитаем, сколько листиков нарисовал автор, обведем цифру 18 и в нижних квадратиках мы постараемся написать ее сами. Я очень надеюсь, что у вас получится очень красиво. На втором листике, который мы вам выслали, цифра 18 на 5 рядочках нарисована. Обведите, пожалуйста, все циферки 18. Постарайтесь, чтобы было очень красиво. А теперь помогите мне, пожалуйста, построить башенки, которые у меня случайно поломались. Первое число, число 1. На английском языке мы скажем 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А теперь давайте все это повторим на русском языке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну где же цифра 18 спряталась? Я думаю, она спряталась в следующей башенке. Давайте построим еще одну башенку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. О, мы нашли ее! 18! Ура! Достроим башенку, чтобы она была такая же, как и эта. 19, 20. Мы с вами посчитали до 20 и найдем наше число 18, которое состоит из цифры 1 и 8. На каком блоке число 18? На голубом блоке. Вот оно, число 18. Дорогие ребята, попробуйте дома построить такие же башенки из блоков. А родители вам помогут. Всего хорошего. До свидания.